День начался с неприятностей. Все-таки скончался мой холодильник. Вытащила я вот его из угла. Ну, давно он подавал признаки такие, что... Ну, что делать, да? Все вот вытащила. Неприятно. Ну ладно, сейчас будем. Новый я покупать не буду, конечно. Я же все равно продаю дома-то. Поэтому, но есть такая фирма в Евпатории. Они продают холодильники с гарантией. Ну, видимо, ремонтируют, что ли. И... Ну, в общем. Так что поедем за холодильником. Ну, наверняка, наверное, будет меньше. Куда я все эти магниты буду девать? Ой. Ой, мои хорошие, у меня ждут. Везде, где была, отовсюду везла. Да. Ну ладно, что делать-то? Ну, мы практически приехали.
Значит, туда. Угу. Сколько здесь всего интересного. Магазин замечательный. Достойные вещи с гарантией можно приобрести. Очень недорого. А сейчас мы будем смотреть наш холодильник. Так. Вот такое. Вы нас ориентируете? Да. Сейчас. Ну все, сейчас давайте стоп тогда. Так, я вот чуть-чуть. Холодильник сейчас заносим. Ну, я сейчас чуть-чуть туда назад. Ребята классные, одного мальчика просто на улице попросила помочь, потому что водитель отказался. Все. Все, ребят, спасибо. Все, довольные с холодильником, возвращаемся домой. Удачным у нас приобретением. Ну, кусаться хочет. Ой. Ведь лежит, терпит, главное. Понимаете, дело-то в чём? Угу. Меня кусал. Кусал прям? Да. Ну, молодец. Хороший мальчик. Ой, а мы живем роскошно. У нас холодильники стоят в калитке. Вот, купили холодильник. С Евпатории привезла Анечка его. А занести у нас сил не хватает. Ждем, вот когда Саша подъедет, Витин брат. Ноженочки, просто же получше бы. Лежит, терпит. Потому что всех, кого гладит Анюта, все терпят. Опа. С ума сойти. Одни колтуны кругом там, черти что. Тоже нафиг ему не надо. Ну, сейчас так, предварительно сделаем. Что-то надо садиться хорошо, долго-долго работать ножничками.
Ну, не зачесало все. Так, пойду-ка я за сигаретами. Девочки, насчет белья. Вот стирала пока только Пелагею. Ничего не полиняла. Все как надо.